Всем привет, с вами Мистер, не забывайте подписываться на канал. В Кремле высказались о реформе МВД. В настоящий момент нет окончательных суждений о необходимости проведения реформ в органах внутренних дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос журналистов о том, свидетельствует ли дело журналиста Ивана Голунова о необходимости изменить полицейскую систему в России. Песков считает, что обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, неправильно. При этом он добавил, что стоит проанализировать случившееся. А главное, предстоит дождаться результата следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом, что тоже немаловажно, сказал представитель Кремля. Ранее 13 июня президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майора полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Об их увольнении перед главой государства ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев. Корреспондент издания «Медуза» был задержан 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладони рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ. Проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат. Большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий нарколаборатории, якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире. Журналиста освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. А сегодня на этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.